Так выглядит наконечник газелевский, который я поставил к себе на таблетку. Снизу, с нижней его частью, видно, что он залитый. Никаких там подкручивающихся, там регулировочных моментов там у него нет. Опять же, приблизительно он как минимум в два раза больше, чем УАЗовский наконечник. Переделка составила следующее. Вот в этом теле пришлось расшарошить дырочку больше, потому что сам палец наконечника толще, нежели у УАЗовского наконечника. Ну и все. Остальное все класс. Плюс-минус он вечный. Я уже езжу, я не знаю, 3 года, 4 года, и вообще никаких даже подвижек к разбиванию нету. Наконечников таких 4. Стоят они на рулевых тягах. Вот выглядят они следующим образом.